Привет. Значит, сейчас я покажу, как сделать скрипт запуска на рабочем столе. Щелкаем правой кнопкой, выбираем «Создать документ», «Пустой файл». Вот, и называем его как угодно. Вот, открываем после этого его в текстовом редакторе. И нужно написать... Вот так вот, вот такую строчку в начале. Решетка, восклицательный знак, слэш, bin, слэш, bash. После этого два раза Enter нажать, и дальше пишем любые команды, которые мы хотим выполнить. Например, я могу написать крита. Вот. И этот скрипт у меня будет выполнять тогда программу крита. Но чтобы он был выполняемый, нужно поставить соответствующий флаг. Правой кнопкой щелкаем, параметры. Права. И вот здесь ставим галочку выполнять, позволять выполнение файла как программы. Нажимаем закрыть. И два раза щелкаем. Запустить. Вот у меня запускается крит. Если что-то не работает, если мы сделали какую-то ошибку, то... Ее можно, значит, посмотреть, в чем дело, следующим образом. Например, здесь я сделаю какую-нибудь опечатку. Вот так вот. Напишу несуществующую команду. Сохраню. То есть, если я сейчас попробую открыть, у меня ничего не происходит. Вот, и сложно понять, в чем ошибка. Поэтому делаем так. Запускаем терминал. Вот, и просто перетаскиваем наш файл скрипта в это окно. И жмем Enter. Вот, и он нам показывает, что строка 3, команда не найдена. Вот. Ну, понятно, что здесь я могу делать все команды, которые... То есть, если... Вот, я могу писать вот в этом скрипте все команды, которые могу писать в терминале. И, например, я могу сделать, чтобы крита сейчас запускалась без, так, исправим нашу ошибку, без этого экрана запуска и в полном экране. Ну, еще какие-то тут и другие интересные опции есть. Canvas only, только host. Интересно, что он делает, давайте посмотрим. Все. Ну, можно там на следующих строчках писать еще какие-нибудь следующие команды, что он там какие-нибудь там файлы удаляет, очищает, копирует и так далее. Тут, в общем, только ограничено фантазией. Так, попробуем. Так. О! Во, круто. После небольшого ожидания у меня... Запустилось. Выбираем новый файл. О, ну, конечно, круто. Круто. И как отсюда выйти? А, clash etap. В общем-то, вот эта штука. Фулскрин я хотел. Ладно, в общем. Ну, в общем, понятно.